Всем огромный привет из Фикспрайса. Мы находимся в Фикспрайсе в Ростове-на-Дону, Сиверса 1. Сегодня новинок очень-очень много, особенно в отделе с посудой. Так что смотрите обзор до конца, он будет очень интересным. Всем желаю приятного просмотра и отличного настроения. Из новинок появились горшки для цветов. Горшки сделаны из доломита стоимостью 77 рублей. В белом цвете и в розовом цвете. В отделе сад и огород появились таблички декоративные высотой 35 сантиметров стоимостью 25. Очень яркие. Еще одна новинка в отделе канцтоваров — это клеящие подушечки. Прикрепляют быстро и чисто, не оставляют следов. В наборе 84 штучки. На упаковке указана инструкция, сделаны из бутилкаучук. Оторвите подушечку, разомните ее руками до мягкого состояния. Дальше нужно равномерно распределить нужное количество и закрепить на ровной поверхности. Очень хорошая новинка и, главное, нужная. Следующая новинка – это ручка-корректор, металлический наконечник. В наборе 2 штуки, стоимость набора 55 рублей. Мне кажется, очень выгодно. Еще появился клей-карандаш стоимостью 55 рублей. Вот две большие упаковочки. Новый набор гелевых ручек с эффектом акварели. В наборе 3 штучки, сделаны из полипропилена воды, глицерин, медь. Стоимость такого набора 55 рублей в зеленом, в оранжевом и в желтом цвете. Новый набор кабельных стяжек. Кому нужен? В наборе получается 40 штук. Стоимость набора 50 рублей. Держатель магнитный для инструментов. Позволяет держать инструменты легкодоступными. Освобождает место на рабочем столе. Стоимостью 100 рублей. Сделан так из полипропилена, стали, магнит. Набор накладок на углы мебели и блокираторы на дверце. В наборе 4 штуки накладок и 2 штуки блокираторов. Двусторонний скотч комплекте стоимостью 50 рублей. Сделан АБС ПВХ. Новые будильники на батарейках. Батарейки в комплект не входят. Квадратные и круглые. Стоимость будильников 100 рублей. Выключатель-включатель. Также установка времени. Сделан АБС, стекло, сталь, бумага. Срок службы 1 год. Также есть в розовом и в голубом цвете. Девочки, очень прикольная новинка. Это светильник-ночник с кабелем USB в комплекте. Переливается разными цветами, поможет расслабиться и отдохнуть от повседневной суеты. Длина провода 70 сантиметров, три цвета светодиода. Сделан из АБС полистирол масла в интересной форме. Стоимость, к сожалению, еще не указана. Новенькие массажеры для тела улучшают кровообращение, снимают усталость, а также мышечную боль. Стоимость такого массажера 77. Массажер есть в голубом и в розовом цвете. Новенькие футляры для очков сделаны из ПВХ стали в ярком цвете, в красном цвете пришли и вот в коричневом цвете тоже. Стоимость футляров 100 рублей. Ой, какие появились красивые заварочные чайники объемом 700 мл. Отлично подойдут для заваривания черного, зеленого или цветного чая. Чайник сделан из керамики, сохраняет все витамины и ферменты, которые содержатся в чайных листах. Стоимость чайника 249 рублей, идет в красивой упаковке. Цвета в ассортименте. Отличный подарок на 8 марта. Девочки, пришла новая кружечка, сделана из опалового стекла, в форме сердечка, объем 170 мл, стоимостью 55 рублей.
Из этой же серии есть блюдце диаметром 13,5 сантиметров, стоимостью 55 рублей. Такая получается чайная пара, очень красивая, маленькая, стильненькая, подойдет для фотографий в Инстаграм, для всех, кто ведет блог. Как раз вот мне это нужно. И еще одни новые кружки, которые изменяют свой цвет. Кружка с трубочкой, вчера я показывала простые кружки, сегодня еще поступили вот такие. Объем кружки 520 миллилитров, стоимостью 100 рублей. Налейте в кружку горячий напиток, и через несколько секунд цвет поменяется. По мере остывания жидкость, цвет кружки будет возвращаться к первоначальному. Кружки есть в фиолетовом, зеленом и в малиновом цвете. Смотрите, новые кружки, которые изменяют свой цвет. Объем 450 миллилитров, сделаны из стекла. Налейте кипяток, и кружка поменяет цвет, стоимостью 100 рублей. И еще одни новые кружечки, высокие, объемом 425 миллилитров, сделаны кружки из фарфора от Kitchen, очень удобные, кстати, в руке держать очень удобно. Кружки есть с голубым декором, а также с желтым. Цена такой кружки 100 рублей, мне очень понравились. Девчонки, новое декоративное украшение. Вы посмотрите, какая это красота. В ярком красном цвете, в форме груши, сделано из доломита стали, стоимостью 199 рублей. Смотрите, какая это красота, и в зеленом цвете. Мне прям безумно понравилось. Я себе возьму, забирают просто на глазах.